Всем привет, дорогие друзья. И мы с вами продолжаем сегодня смотреть выставку, которая проводится в Новороссийске в торговом центре «Смена». Ну и вы на канале «Марина и мои цветочные друзья». И сейчас я у цветочного места Елены. У Лены много бегоний, много ароидных. Сейчас начинаются кадры с огромных таких растений, которые тоже приехали сегодня на выставку. 1000 рублей, вот такая огромная. Огромная агланема, похожая на павлин, но на самом деле это не павлин, это грин какой-то там, кто-то зеленый, короче говоря. Мне понравились сегодня у Лены два филодендрона, один из них, посмотрите, с какой формой, листиками. Сейчас, если есть название, нет, названия нет, вот такой огромный куст стоит 2000, и рядышком есть ампань, я раньше думала, что шампань, ампань, шок. Пин ампань шок. Вот так. 1500 он стоит. Молодые листья у него должны быть шоколадного цвета. Это красная такая карнизовая. А насчет листьев? Да. Это бутончик? Это бутончик, да. Она разрастается кустиком, да? Да, ширину разрастается. Высоту не растет практически. Ага, она резинистая очень. Ага. Здесь сингуниум. И вот здесь, наверное, вьющийся антуриум это, да? Гляньте, какая прелесть. Тут солнечные лучи так освещают цветы красиво. И прямо лоснятся от хорошей жизни. Посмотрите, какие листочки красивые. И тут же здесь антуриум кустовой. Вообще даже зеленые агланемы, посмотрите, как красиво смотрится. Нам, наверное, не хватает света в наших зеленых насаждениях, поэтому агланемы у нас очень таким большим спросом пользуются. Ну а между тем очень хорошо смотрятся и зеленые сорта, поэтому нельзя их исключать из коллекции. Зелень добавляет настроение и очень полезно для глаз. Это филодендрон Бурлемакс. Лена, сколько Бурлемакс? 500. 500 рублей стоит Бурлемакс. А, 900 даже. 900 рублей стоит Бурлемакс, а я сказала 500. Прямо сильно его удешевила. Вот с таким ростиком уже. Вот такой сингониум не часто встречается. С бархатистой зеленой поверхностью. Это у нас 400 рублей. Вендланда, наверное. Тут же золотой дракон. Золотой дракон с такой чудесной просто пестротой. Посмотрите, не часто она проявляется. Иногда лист бывает прямо зеленым. 800 рублей он стоит. Вот наш серый признак. Сейчас он уже призрак. Сейчас он уже привычный на наших цветочных полочках. 1300 стоит. Кустик. Спасибо, и вам тоже, вам побольше. Какой красивый, Елена вырастила гигантом. Посмотрите, какие листья огромные просто. Куст просто вообще сногсшибаемо красивый. А вот и розовенькая агланемка, кому нравятся розовые. Лена, такая 900 рублей, вот такая яркая. 350, это лемон лайм. Филодендрон. Это Флорида Бьюти Альба. У Флориды молодой листик, он выходит молочного цвета. Здесь видно, что трубочка, она беленькая, красивая. Вот он наш мох. Помните, мы говорили с вами, что в амхе хорошо укореняются филодендроны, корневая у них не страдает. Сам стебель не страдает, не подгнивает. А корешки вот такие прямо опоясывают стаканчик. И вот уже пошел новый ростик. 1000 рублей. Сквалифермум ред. Ну вот, ред это, наверное, из-за красной ножки. Здесь или три короля, или что-то другое. Сейчас смотрим. 350 написана цена, скорее всего, три короля. А вот еще более максик маленький. Псевдоорантемум. Яркий граптофилум уже купили у Лены. Вот эти еще
здесь находится. Ну, они стоят недешево, потому что уже подрощенные череночки. 400 рублей, такой большой кустик. Сатин Голд встречается сейчас часто. 1300, недешевый этот, это филодендрон, 1300 стоит Сатин Голд. 1000 рублей. Ну, вот это похож на... Не буду угадывать. Просто покажу листик. Похож на тот, который я вам изначально, первоначально показывала. Вот этот филодендрон стал встречаться редко. Это Silver Spirit. Цена не написана. По запросу. Monstera Silver. Много, видите, предложений много. Ну-ка, это у нас кобра. 450 рублей. Кобры недорогие. А вот красиво раскрашенные сингониумы Red Spot Tricolor. Вот все три цвета в наличии. Розовый, зеленый и бежевый. 900 рублей стоит вот такой большой кустик. Это Moonlight, я смотрела утром, да. 600 рублей, филодендрон Moonlight. У него молодой листик желтого цвета. Monstera, 2300, вариегатная Monstera. Кого-то раздражает слово вариегатная, ну, скажем, пестрая. Как угодно, так и называете. Белая принцесса или White Knight, сейчас посмотрим. А, не написано. Это липолистный гибискус, а тут рядышком Elegance, надо думать. Да, 1100 Elegance, вот получается листики и растущая макушечка. Много, причем много таких пользующихся спросом филодендронов, сингониумов. Так что девочки держат руку на пульсе. Напомню, что сегодня мы здесь, в торговом центре «Смена» в Новороссийске, и выставка работает до глубокого вечера. Мелькнул в кадре, но давайте уже и покажу. Это новое еще растение, шизматоглотус, вот такое, с таким листиком. Это тоже из семейства ароидных, они у нас сейчас впереди планеты всей. 500 рублей. Ну, вот это, наверное, кто-то под номером, такой длинный вытянутый листик. Может, здесь он написан, название написано или нет? Да, Т27, вот так я и думала. Это Т27, вот 700 рублей уже с ростиком. Ой, какой кротончик красивый, такой яркий-яркий прямо, красавчик. Бегонии самые разные, ну, у Лены много бегоний. Вот надо сказать, что новороссийские не очень спрашивают бегонии, но зато любители ароидных тут очень много. Причем сегодня много покупалось и крупных цветочков. Так, а мы идем дальше. Тут у нас зал большой. Ох, какие папоротники! Посмотрите! Джунгли зовут. Вот такие ваечки закрученные. Прямо живые. Ох, красота! И вон там в центре, посмотрите, какие пушистые цыплятки. А сколько такие большие кусты? 1800. 1800, огромные кустищи, просто красотищи. Ох, а тигр сколько? 500? 500 рублей, посмотрите, какой тигр 500 рублей, огромный, большой. А красивый. Нет, папоротники невозможно на них равнодушно смотреть. Они, мне кажется, очень красивые просто. Смотрите, прелесть какая. В керамическом горшочке такой яркий, нарядный. Тигр будет прямо, ну прямо невозможно от него оторваться. Купите тигр, пожалуйста, гляньте, не оставляйте его на полочке. Он очень красивый. Он просто просится уже в новый дом и купаться в вашей любви. 500 рублей всего стоит. Это у нас... Вот она, стрелица такая огромная. Вообще. И помочки. Как бы, сейчас я такая пойду и к вам приду. Здесь я вот сюда теперь иду. Здесь у нас флорариумы, смотрите. Здесь вот прямо подарочный набор. Сразу. И это пепперони. Тут
целый лес. Посмотрите. Целый лес. Причем там даже можно вот... Кого я там вижу? Павортия, адрамискусы. Сверху порталукария. И там даже пеперомия. Ну, в принципе, все растения, которые не любят слишком большой полив, поэтому пеперомия, я думаю, тоже там нормально угнездилась. А есть просто букет. Вот кто боится, что не сумеет ухаживать за суккулентами, пожалуйста, можно купить и любоваться вот такой, такой интересной конструкцией с сухим букетиком. А вот это лес полон чудес для феечки такой. Ну и отдельно суккуленты. Денежное дерево пестренькое. Здесь целый подносик порталукари. Да. Это я, наверное, с вами переписывалась, как будто розовый пилот. Да, 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 да. Сейчас я подойду, да? Так, тут у нас суккулентики тоже. Агава, кстати. Кстати, агавы, вот я не знаю, как вы к ним относитесь. Они очень опасные. У них такие колючки на концах листиков. И вот это удерживает меня на расстоянии. Я купила парочку агав, но вовремя остановилась, потому что колючки для меня противопоказаны. Я знаю, что очень многие любят агавы размещать на свежем воздухе в интересных горшочках. Они действительно живописно смотрятся. Поэтому вполне даже подходящее экзотическое растение для создания таких тропических джунглей. Это у нас Таня. Таня приехала сегодня со своими шикарными иониумами. Посмотрите, какая головища огромная, большая у иониума. У Татьяны канал, кстати, вы же знаете его, да? Это иониумы у Татьяны, по-моему, да? Ну, кстати, я все время говорю, что наши иониумы остаются как бы за кадром внимания большинства цветоводов, а это несправедливо, потому что растения очень красивые. Так что подпишитесь на канал Татьяны, узнаете побольше о иониумах, и я думаю, что в вашей коллекции они обязательно появятся, потому что растения чудесные, вид уж точно экзотический, и вырастить можно такие пышные красивые кустики. А иониумы почем? Вот. Подошли за иониумами. А здесь у нас так, на ютубе у Тани канал, я точно знаю иониумы у Татьяны. А здесь у нас хищники. Здесь у нас хищники наши, уже теперь постоянные обитатели выставок, интересные, необычные. Ну и контакты я показала, если вас интересует, то спрашивайте. А вот здесь интересные тиланси, посмотрите какие. То есть тут можно купить хищников или атмосферные ароиды. Сказала ароиды. Атмосферные растения тиланси. А к какому классу растения они относятся? Надо посмотреть. А мы с вами перешли к цветочному месту Галины. И вот здесь у Гали прямо огромное количество самых разных кактусов. Вот у нас часто спрашивают разные кактусы. Да? Да. Обзоры выставок мы смотрим, чтобы к нам приходили. Обязательно. Любители цветов, потому что у нас чем интересно. Чем больше будет информации, тем больше будет у вас. Конечно. Желаешь. Какой? Смотрите, какой красивый молочай Миля. И адениум еще есть. А вон... Денежное дерево. Вот это называют серебряный доллар, по-моему. Вот сколько кактусят. Посмотрите, самых разных. И с бумажными колючечками.
Аля, а сколько стоят папки? 200 рублей, которые маленькие. В основном, да? В маленьких стаканчиках? Да, 200 рублей. Основная масса. Чуть больше 300, вот стаканчик такой. Уже которые совсем вот такие большие. Вот. Эти по... Понятно. Вот маленькие, по 200 рублей, тут много сортов. Прямо много-много. Вот Галя их так выстроила, посмотрите, что по рядочкам, чтобы можно было смотреть. Вот один сорт, второй, третий. Вот эти какие интересные. Как будто бы из пушистых комочков собранные. Здесь очень многие выращены из семян. Ага. А, вот получилось сердечко. Дочь же вот это из семян вырастила. Угу. Вот эти из семян вырастила. А вот какой? Вот эти вот тоже из семян. Почему-то одни получились колючие, вторые не колючие. Хотя из-за это уже селекция, да? Да. То есть можно вывести не колючий кактус, потому что из семян. Вот Галя говорит, дочка вырастила. Да, вырастили из семян. Один это колючий, другой не колючий. Да. А хотя ничего не делали для этого. Выросли. Ну и дальше вот продолжается, получается, у нас цветочное место Галины. Очень много самых разных суккулентов, но любители больших кактусов, для вас есть и большие кактусы. То есть кому что нравится, пожалуйста, выбирайте. Сейчас у нас прохладно на улице становится, зацветают многие суккуленты. Вот эти вообще цветут больше, чем полгода. И розовые, и беленькие, вот и мелкие симпатичные цветочки. Ну и кроме этого, бегонии. Самые разные. Визиточку нам нету. Я как всегда. Нету. Визиточки нету, но контакты напишем. Если вас... Можешь не писать телефон тогда. Телефон у меня есть. Если кому-то нужен контакт Галины, спрашивайте, я вам напишу в комментариях. Телефончик у меня есть. Мы общаемся же все. Вот такая красивая красная бегония. А сколько такая? 200 рублей. 200 рублей. Вот такая декоративная лиственная, просто ярко-ярко красная, огненная. Ну, а есть вот наши обычные тигровые, к которым мы привыкли. Ну, они не капризные, симпатично смотрятся, легко растут, неубиваемые. Вот здесь попалась красивенькая, желтенькая бугенвилия. Причем вся в цветах. Вот сегодня у нас некоторые говорили, что ну никак не могут приспособиться к бугенвилиям, не цветут, хоть тресни. А вот света. Вот. Самое главное, много света, Галя говорит, и все у вас будет цвести. Ну и прищипывать, наверное, нужно. Вот кустик, да, ну, получается? Череночки. Да, да. Угу. Черенки зацвели. Череночки уже цветущие. То есть не так уж, оказывается, и сложно, да? Вот здесь сегодня это Галя предлагает это нам... Это другая юбка. Предлагает другую юбку. Это ауэлисная юбка. Плодоносящая, сказали. И сколько же она стоит? Она стоит 500 рублей. 500 рублей. Может вырастать 1,5-2 метра. Угу. Вообще, а плоды? Вообще не сбрасывает. Ты нам хочешь найти, показать плодик? Сейчас. Сейчас Галя нам найдет. Вот у нее вот такие плоды. Ага. Ого, ничего себе. Как вот так... огурец. Вот сладкие плоды. Сладкие плоды. И вот так она растет. И у нас на улице прямо успевают они? До 20 градусов мороза она может выдерживать. Ага. Вот. И вот это выращенные из семян уже своих плодов. И цветы у нее более компактные. Вот такая компактная у нее шапка, не вытянутая, вот как у обычных. А вот такая. Так что вот такое экзотическое растение. Алоэ фолия. Юка алоэ фолия, и она дает плоды. Ну а здесь еще есть и ухарис. А сколько такой кустик большой? Хочу тысячу. Тысячу рублей, там три розетки. Ну, красивый большой кустик. И цветет у меня сейчас красиво. Азалия с цветочком белоснежная. Муравечки просто. Шикарные. Угу. Мураи большие прямо кустые. Да. И сколько? Есть и маленькие. Ну, большая 2,5 и 1,5, а поменьше по 100 рублей. Вот. По 100 рублей. Вот они малыши сеянцы, а большие 2,5 и 3. И вот сегодня Галя у нас привезла тунбергию цветущую. Я издали, да, не узнала, что за куст, пока не увидела цветы. Цветы характерные, легко узнаваемые на такой длинной, получается, трубочке. Сиреневые колокольчики, ну, огромное растение, похожее на китайскую розу. А вот здесь пальмочки тоже. Галя у нас из Геленджика, там у них пальмочки. Это из семян все выращивали. Они вот эти на улице у вас там растут, если 8 градусов мороза может выдержать, но только уже взрослое растение. А, взрослое. И двору надо прятать. Нет, еще все-таки нет. Вот Сочи, Туапсе, там у нас, да, там все пальмы. На улице зимой. Это все-таки в Геленджике климат уже мягче, чем у нас, но еще не настолько мягкий, чтобы свободно оставлять пальму. Все-таки нужно
укрывать от морозов. Минус 8 выдерживает, а дальше не выдерживает. Итак, еще раз говорю, телефон Гали, если нужен, спрашивайте, я напишу. А это у нас цветочное место Светланы, и у Светланы много садовых растений, например, будлея цветущая, белая. Кстати, это компактный, наверное, сорт, соцветие такое интересное. Лаванда, розмарин, самшит, даже там рододендрон и магнолия. То есть много таких южных растений, Света живет в Анапе, гортензии и комнатных, немножко комнатных. Света сегодня привезла из комнатных денежное дерево, филодендрон медуза, сансильери, замиокулькасы. Лимончик, все же с лимончиком, с желтеньким. Вот такие огромные гортензии. И вот, смотрите, можно купить ремонтантную малину, то есть та, которая сейчас осенью снова начала плодоносить. Ну, еще из растений есть и альбиция, такой красивый персиковый олеандр. Вот это вечнозеленая магнолия. Так, ну и вот тут Света подписала: инжир, лимон, жимолость, лаванда, ленкоранская акация, магнолии разного сорта. Леонард Мессил, вот такая красивая компактная крона, и магнолия звездчатая. Так что выставка сегодня работает. А это уже часть выйдет завтра, когда выставка уже работать не будет. Но следующая выставка, кстати, планируется в конце ноября, поэтому кто не попал сегодня, у вас еще будет шанс в этом сезоне попасть на выставку комнатных растений в Новороссийске. Так, продолжение следует. Мы еще не все вам показали.